15 ноября традиционно отмечается День национальной валюты Республики Казахстан. Более 30 лет назад, 12 ноября 1993 года, президентом страны был издан закон о введении национальной валюты Республики Казахстан. А уже 15 ноября этого же года валюта была пущена в оборот. Традиционно в этот день свой профессиональный праздник отмечают сотрудники финансовой отрасли, в связи с чем в городском акимате и прошло праздничное собрание, на котором сотрудников финансовых организаций поздравил аким города Аян Бейсекин. Ваш труд, он не виден для населения, но тем не менее без вас невозможно было бы вообще реализовать никакие проекты, как в нашей стране, так и во всем мире. Поэтому преклоняем голову перед вашим трудом. Я желаю искренне успехов во всех ваших начинаниях. Очень важно, чтобы грамотные специалисты, финансисты работали во всех отраслях экономики. В Экибастузском регионе более 1000 человек задействованы в сфере экономики и финансов, государственных закупок, банковского дела и пенсионного обеспечения. Глава города наградил ряд сотрудников, внесших значительный вклад в развитие финансовой системы региона. Награждаются почетной грамотой акима города Экибастуза Аксенова Марина Вениаминовна, менеджер филиала Фортебанк города Экибастуза. Светлана Малахова работает в финансовой сфере уже более 20 лет и благодарна руководству предприятия за оценку своей работы. Хотела выразить благодарность своему руководству за оценку работы. Хотела всех поздравить с профессиональным праздником, пожелать всем благополучия, крепкого здоровья и мирного неба над головой. По традиции праздничное собрание завершилось концертной программой. Свои номера представили известные артисты Экибастуза.